Итак, Алексей Глухов и Анастасия Глазунова, пара, которая также представляет нашу страну. Алексей и Анастасия уже много лет находятся на высочайшем уровне, занимают лидерские позиции в европейской программе, и их медленный вальс. Для ребят это также большой успех, что сегодня они танцуют в финале, потому что в этом году они пропустили также один из этапов в Германии, в городе Штутгарт, на одном из важнейших турниров для всех танцоров, открытый чемпионат Германии. И первый финал в Москве, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы также в середине декабря они...